Добрый день, друзья! С вами канал Интерес, и сегодня тема топ-3 самых красивых, сексуально привлекательных и самых страстных знаков зодиака. Все мы прекрасно понимаем, и астрологи утверждают, что на поведение, характер, внешность, а также сексуальную привлекательность человека влияет дата его рождения, а значит и знак зодиака. Иногда привлекательность женщины вовсе не заключается во внешности или в модной одежде, а у нее присутствует какой-то непонятный магнетический шарм. Дело в том, что некоторые знаки зодиака обладают своим необъяснимым притяжением для мужчин. Это своего рода и есть красота и привлекательность женщины. Под какими же астрологическими знаками родились героини эротических фантазий наших мужчин? Итак, топ-3 самых красивых, горячих и сексуально привлекательных и самых страстных женщин по знакам зодиака. В рейтинге лидирующее место занимает Овен. Представительницы этого огненного знака обладают яркой, привлекательной внешностью. Они умеют ухаживать за собой и могут преподнести себя всегда на высшем уровне. Овен привлекает всегда мощной жизненной энергетикой. Овны в наивысшей степени чувственны и страстны и занимают первое место среди самых страстных представительниц слабого пола. Девушки-овны загораются в постели как факел, страсть их переполняет. С овнами у вас никогда не будет проблем в вашей сексуальной жизни, и вам можно по-хорошему позавидовать. Второе место – близнецы. Девушки-близнецы привлекают своей внешностью с красивыми глазами, коммуникабельностью, энергичностью, любовью к новым приключениям для получения порции новых ощущений. Женщины данного знака чертовски привлекательны для мужчин, несмотря на свое часто меняющееся состояние души. У представительниц этого знака часто меняется настроение. Сейчас это может быть яркая страсть, через час это может быть неприступность и холодность. Может, именно этим они и завоевывают мужчин своей непредсказуемостью. Мужчины могут простить абсолютно все за те часы неудержимой страсти, которые женщина-близнец дарит в отношениях. На третьем почетном месте – водолеи. Водолеи, безусловно, привлекают своей внешней красотой, а также внутренним светом. Часто представительницы этого знака имеют красивую бархатную кожу, поэтому к девушкам-водолеям хочется прикасаться и их ощущать. Девушки-водолеи любят страсть к экспериментам в постели, а так как водолеи редко изменяют своим партнерам, то всю свою страсть и разнообразные выдумки они посвящают только своим любимым. Если любимый долго отсутствовал, водолеи будут хранить верность, а потом всю собранную сексуальную энергию подарят своему мужчине. Пожалуй, на сегодня у нас все. Подписывайтесь на наш интересный канал «Интерес». До новых встреч!